Жамбылские предприниматели обсудили вопросы земельного законодательства на выездном заседании Нацпалаты предпринимателей, которое прошло в Таразе. Представители деловых кругов региона и госорганов говорили о защите прав предпринимателей. За последнее время палата оказала содействие в восстановлении прав 156 бизнесменам. Трое из них смогли получить земельные участки, а четверо изменить целевое назначение своих земель, благодаря чему расширили бизнес. Члены палаты заверили, что уже скоро этих проблем можно будет избежать. Электронная система, которая будет внедрена со следующего года, позволит получать все разрешительные документы без участия человека. Также участники заседания отметили, что очень важно оказать правовую поддержку сельским предпринимателям. Обращение предпринимателей с теми трудностями, которые они сталкиваются при открытии бизнеса, при расширении бизнеса, при получении государственной поддержки, при получении субсидий со стороны государства. Вот эти все проблемы анализируются, и нашими экспертами вносятся предложения в соответствующие государственные органы для разрешения в законодательном порядке.